соревнованиях в рамках конкурса профессионального мастерства проходит второй этап в номинации «Лучший молодой специалист в блок разведка и добыча», на котором 45 специалистов, отобранных в результате первого этапа, занимаются разработкой цифрового месторождения в тренажере «Петрокап». Всего на конкурс было подано 143 заявки. Двадцать семь человек в итоге прошли тестирование на первом этапе, и 45 лучших были отобраны и сейчас находятся в этом здании и занимаются разработкой цифрового месторождения. Компания «Нафтоколледж» ежегодно совершенствует свой продукт. В этом году тренажер также получил ряд обновлений, были добавлены как новые геологические осложнения, более приближенные к реальным условиям разработки, так и добавлена наземная инфраструктура. Ежегодно за счет улучшения «Петрокапа» тренажер становится все ближе и ближе к реальным условиям эксплуатации.